грабить, да? Ну тут. Как обычно. О, тёлка. Бля, чё-то я не понял, мы тут были вообще или нет? Страшная тварь. Подожди, пойдем за... Вообще, я чё-то не очень понимаю, куда нам надо. Вообще не стою себя. Куда? Куда бот идет, туда мы идем. Ну, пошли. Здорово. Посторонись. Как он классно встал такой. Я ещё не... Ребят, куда нам идти? На, видимо, нам просто рандомный магазин надо грабить. Да ладно. Ну, Мило, да. Вот смотри, здесь, например, автомат стоит. Да, но, к сожалению, мы сломать его не можем, потому что я больше не... Ну еще, как... Стоп. Что вас спалил тут? Ну, у меня камера тут. Че, грабим? Ну, давайте каждый по магазину ограбим. Я взял. Грабим? Подожди. Дозер, займи магазин какой-нибудь. Вот фастфуд. Окей, тогда это тут пойду. Bokang. Finally a good China store. Все, поехали. Подожди. Да, спалились. Поехали. Get ready to deployment. Doing it. Get down. Get. Don't look up. Yes. Короче, должен телку взял. Stay down! Но у меня тут толку такого ничего нет. Что брать-то тебе? Hands up, head down! Я тебя не могу успеть. Get down! Get down! Stay still! Stay down! Знаешь, вот украсть, то ли куча гамбургеров. А чё, stay still! Get down on the ground! Кассу спереть. Down on the ground! Баксов заработал. Stay down. Что-то я не понимаю. Я тоже получил. Я что-то закладываю C4, но она как-то не пашет. Stay. А, видимо, у меня нет C4, отлично, блядь. У меня мины. О, мины. Вот это... Да, не с айпадами. Какие же магазины, которые мы там толпали? Гостей, хорошая встреча. Вы украли своих? Втёртухи баксов искали. Это большой куб. Это всё? Вы сейф-то на хоть какие-нибудь открыли? Ой, я нашел сейф. 170 секунд. Пили. У меня тут уже C4, короче. А я пилю. А вот в том-то и дело, что я... у меня нет C4. У меня мины, блядь, оказывается. Я не C4. Всё, что не поставил. Сейчас, 160 секунд дали. Охренеть. Ну ладно, подождем. О, Чейнс, come with me. Что-то как-то копов не очень. Блять, ну по сравнению с прошлой миссией ты имеешь в виду? Ну да. Вообще какие две машины приехали никчемные. А ты вот этот The Pier Store, вы обокрали его? Я не знаю. Ты пилишь. Я уже тоже пилил. Копы. Бля, да... Ори. Копы, это хуйня, бля. Все дрель сломалось. Я нашел сейф большой. Ты зерк, дрель сломалась. Я дальше. У меня тут как раз два места, я не видел. А сейчас, конечно, уже три заряда взрывчатки, чтобы взорвать. Блять, я говорю, вот, видимо, как-то надо переставить мои эти на C4, не знаю, хрень какая-то. Большая гвардия придет. Я тебя прикрою стол магазин. Дай такой прицелок устроим. На Диком Западе было. Через
делаешь, парень, чувак, уходи. Мясо, у меня тут залог, кстати. Ах ты скотина, блин, мне тут значит заходит, блин, сбоку, сволочи, блин. Они, по-моему, только дозер выпили. Этот гамбургер. Да ты ёбаный, блин. Я украл, блин. Я, сука, пилил, блин, сейф ради 3,5 часов. Захри. Подали. 3,5 тысячи. Мало. Мало. Даже тут еще магазин. А, вы старее, да. Вы тут уже все спите. Выйдет. Может, тут еще где-нибудь магазин? Мы ничего не проебали. Ох, Леш, к тебе сзади заходит, блядь, твой магазин. 500. Хай, ребят, что-то я... Ой, вы мне не поможете? У меня зашел один народ. Я уже тут, то есть... Ты мне дашь гамбургер? А? Ну все, пошли, блин. Куда вы уходите? Вон эскейп, блядь. У меня еще один сейф тут есть. Ну ладно, подождем. Тут, короче, большой такой сейф. Так что, чёрт стоящий. О, ёб твою мать. Скажи, пожалуйста, мук с патроном. Ебатик там просто. Они очень хотят большой сейф, очень. Ну, столько мы не уйдем без этого сейфа, мразь. Понял? Не уйдем. Вау, какой он огромный. Ну нихуя. Там по-любому бабки уже. Бэм. Нет, блядь, там пуск. Раз ему надо 4 заряда, все 4, то надо что-то стоящее уже. Может там целый, блядь, слиток золота. Да, в магазине ноутбуков. Знаешь, такой золотой фон такой там. Золотая фонка. Какой типа один, давай все. Под заказ там. И все спрятали. Нам потом... А, он дворами нормально. Что за говно? Ну, мы пойдем дворами. Вот сейчас ты гнишь, что нам я выкинул на один реполнитель. Ну и сколько, блин. Да, тут так много денег выдало. Все, блин, ребят, давайте уходим дворами. Вот 1005 где-то есть. Нормально. Дальше я сразу больше. Какая разница, все равно балом денег. Ну, зря, что мы не все взяли. Ну тут всего сколько было? 3 магазина. Или 4? Программа или 4?
Ну просто будет там миссия, да, это как-то так вообще, ну, так, орешки пощелкать и все, и уйти. А, странно, вообще я делал один день. А что, еще? Да. Съебаться с нашими гамбургерами. Ой, ну это не проблема. После той миссии все вообще не проблема. Да, мы тут спокойно сейчас съебемся. Ха, дэм! Сказали, он за рулем. They're on top of us! Damn close, too! Damn close, too! О, черт! Бабуля, переходит дорогу! I can't lose these sons of bitches! Jesus! Jesus! Prepare for a rough ride! Все, понятно. Как всегда, пиздец за рулем. Get down! Сразу камера, камера, сжигаем. Я опять дверь ломать. Снайперы, конечно, тупые. Ой, блядь. Красавчик. Ну что ты его дожил? Он был похож на полицейского. Вот сейчас, блядь, полицейский сидит, он прям стреляет за гражданским, блядь. Вот. На тебе. Гражданский просто исчез. Им тут подарочек, как там на двери. Оба! Давай, заходите к нам. Вперед. Прям нахуй. Надеюсь, кто-нибудь не убьет. Если они близко подойдут, не убивает. Хочу посмотреть на взрыв. Пиздато. А что он способен? Они же будут заходить, я надеюсь. Блин, ну ладно, пошли. Да, это было просто. Вообще, ну, даже такой мы умудрились засрать разок. Ну, мы не засрали, но так просто. Мы дали им шанс, но они не проиграли. Отлично. Вот смотри, мы заработали 127 тысяч, а деньги, которые мы в себе берем, это 6 тысяч. Что за говно? Но налоги, проценты. Слушай, сразу и пухи мне дали. Исправно платим на голову. Я хочу бабки. Да, мои бабки. Эй, почему мне дали так мало бабок, блядь? А тебе так много. Вообще крутой. Чего за несправедливость? А я тебе вообще какой-то комок бумаги дали. Куда ты рисбил? Уфля.